Репортаж о событиях невероятных. Посмотрите, коллега, мартышка шепчется с удильщиком, поминутно оглядываясь на кашалота. Что это они затеяли? Да-да-да-да-да. А сова подмигивает гепарду. У всех каповцев сегодня вид заговорщиков. У всех, кроме кашалота. Он, кажется, ничего не замечает. Ну-ка, послушаем. Открываю очередное заседание Комитета охраны авторских прав природы. Сегодняшнее заседание мы посвятим... Поздравляем! 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 Минут! Тихо, тихо! Что такое? Что это значит? Это значит, наш любимый председатель, что вам не удалось скрыть день своего рождения. И сегодняшнее заседание мы посвятим этому великому событию. Друзья, друзья, дорогие мои, я очень тронут. По правде говоря, я хотел скрыть от вас эту дату. Ведь сегодня мне стукнуло целых 32 года. Старею. Нет, нет, вы оговорились, дорогой друг. Вам исполнилось не 32, а 42. Ну, не целых же 42, а всего лишь 42. Верно, верно, гепард. В самом расцвете наш кашалот. Ну, будет тянуть время дорого. Удильщик, ты привел портного? Да еще какого? Сова, 8 рук у него, мигом управится. Осьминог, мы вручаем вам нашего любимого председателя. Смотрите, чтобы все было в лучшем виде. Приветствуем! Приветствуем вас, осьминога приветствуем. Это вы мне говорите, старому портному. Вы... Видите на мне костюм? Да. Как по-вашему, кто его шил? Подождите, зачем мне портной? Я ничего не понимаю. Ну, в такой-то день, кашалот, грех в темной-то одежде быть. В цветастые во всем у тебя оденем. Да-да, милый кашалотик, в этот яркий красочный праздник вы тоже должны быть ярким и красочным. Вы должны сверкать и переливаться, как тропическая бабочка. Да-да-да. Бабочка? Бабочка. Ну, хорошо. Хорошо, сдаюсь. Делайте со мной, что хотите. Милый, какой вы, конечно, думаете, дорогой заказчик, что я из вас не сделаю тропическую бабочку. Так вы ошибаетесь. Я из вас сделаю такую бабочку, что щупальцы оближете. Вот вам журнал «Мод». Выберите себе фасон. Может быть, вы скажете, что вам не нравятся вот эти три модели на первой странице. Каракатица, кальмар и осьминог. Да. Да-да, а почему мы должны быть на последней странице? Разве кто-нибудь еще умеет так изменять свой цвет? Разве кто-нибудь может так точно повторить на своем костюме самый хитрый рисунок морского дна или водорослей? Прочтите, мартышка, там написаны очень умные слова. Вот здесь, да. Сейчас. Так, самое нарядное верхнее платье у головоногих моллюсков, оно снабжено наиболее совершенной системой управления окраской кожи. В верхнем слое кожи множество черных, оранжевых и желтых хроматофоров, то есть клеток, заполненных краской. Смотрите, там нарисован какой-то паучок. Сама-то ты паучок, стрекоза. Слушай, да помалкивай. Да-да-да, это не паучок, стрекоза. Так выглядит под микроскопом управляемая цветная клетка хроматофор. Величиной эта клетка с крохотную песчинку. А то, что вы приняли за ноги паука, стрекоза, так это 24 тоненьких, как волоски,
мускула. Когда мускулы сокращаются, они растягивают клетку с краской. Ее площадь увеличивается в 3500 раз, и клетка становится видна. А происходит все это меньше, чем за полсекунды. Растяжением и сжатием цветных клеток командует специальный отдел мозга. Ваши слова – чистое золото, дорогой человек. Некоторые думают, что красиво одеваться можно без специального отдела мозга и даже просто без головы. Послушайте, а разве в журнале мод говорится только за верхний слой кожи, а? А за подкладку? Это же самое главное. Какая подкладка? Вот у вас, уважаемый кошелот, кожа толщиной 0,5 метра. Из них 40 сантиметров – жировая подкладка. Ну. Да. И что это вам дает? Вы скажете, это дает тепло. Да. Верно, верно. Но разве жировая подкладка может дать игру цвета? А посмотрите на меня. Вот я стал серебристый. Как красиво! А теперь золотистый. А сейчас я перламутровый. Это же блеск! Так что дает моему платью этот блеск? Конечно, подкладка. Под верхним слоем с цветными клетками у меня подложен слой клеток иридиоцисты. Ах, иридиоцисты – это такие цветы, да? Ну, вроде нарциссов. Это не цветы, стрекоза. Это лучше цветов. Я не умею объяснить это по-научному. Я с удовольствием помогу вам, дорогой осьминог. Клетки иридиоцисты заполненные крошечными прозрачными кристалликами, которые словно зеркала и призмы отражают и преломляют свет, разлагая его на все цвета радуги. Ай, умница! Ай, голова, замечательно объяснил. Теперь я тоже понял. А вы знаете, что я могу делать с помощью цвета? Откуда вам знать? Я могу делать многочисленные композиции. Могу без слов выразить свои чувства, страх, радость, гнев. Потом эту, как ее, любовь? Ага. Пожалуйста, покажите, как осьминоги цветом объясняются в любви. Да-да-да-да, мы все вас очень просим. Пожалуйста, покажите. Да. Хорошенькое дело. Столько лет прошло, и я уже забыл. Кажется, так, сначала надо сильно побледнеть, а потом несколько раз резко изменить окраску, вот так, и в конце концов стать красно-буром. Вот так. Посмотрите. Если хотите знать точно, лучше спросите мою жену. Она все хорошо помнит. Не надо никого спрашивать. Вот здесь, в журнале мод, есть инструкции. Рекомендуемые последовательность изменений цвета при объяснении в любви. И цветовая шкала дана. Отличное руководство, не надо думать. Нет, думать всегда надо, удильщик. И поэтому давайте подумаем вместе, какой фасон больше подойдет к кошелоту. А может быть, вот этот, вот? Вот здесь? Да. Вижу. 85 видов хамелеонов обитают в Африке, на острове Мадагаскар и в Южной Испании. Их длина от 3 до 60 сантиметров, что обеспечивает большой выбор моделей. Модель первая – умирающий хамелеон. Что ты в такой-то день о смерти говоришь? Убери-ка с глаз эту картинку, удильщик. Да-да, не надо говорить о смерти. Только посмотрим, что это за фасон. Хамелеон вам сам покажет, дорогой кошелот. К журналу МОД приложены живые иллюстрации. Хамелеон, где вы? Начинайте умирать, хамелеон. Птица-секретарь. Записывайте цветовые переходы. Светло-зеленый, темно-зеленый, черный, как сажа. Ой, какой черный. Видимо, это все. О, нет! Голова стала розовой, цвета утренней зари. Тихо. Розовая волна идет по всему телу.
Голова стала ярко-красной. Все тело ярко-красное. Как говорится, на миру и смерть красна. Вот теперь все, хамелеон, все, можете оживать. Оживайте, хамелеон. А мне нравится эта модель. А я бы вам не советовал, дорогой заказчик. Лучше, вот посмотрите на колибри. Разве это не прелесть? Живые драгоценные камни и выбор большой. Вот уж истинная правда. Колибри почти что 400 видов. По всей Америке живут, и не только в теплых краях. До Аляски добрались, и до огненной земли, в горах, выше 4 километров встречаются. Ишь, порхают махонькие, ровно пчелки. А что только в воздухе не выделывают, какая еще птица, окромя колибри, хвостом вперед летать умеет, а? Да, друзья, в этих птичках многое достойно удивления. Но одна из самых замечательных особенностей – их расцветка. Смотрите, как они сверкают и переливаются всеми цветами радуги. А между тем, перья колибри окрашены пигментом очень бедно и однообразно в серый или бурый цвет. Ученые долго не могли понять, как же получается такая игра цвета. И вот... Совсем недавно выяснилось, что в полупрозрачных перышках колибри вкраплено множество микроскопических воздушных пузырьков. Эти пузырьки делят перышки на тысячи миниатюрных призмочек, которые разлагают лучи света на составные части спектра. Но оперение колибри – это настолько сложная оптическая система, что все тонкости ее работы наши ученые еще не выяснили. С бабочками проще. У них, впрочем, да вот они на следующей странице журнала МОД. Ознакомьтесь, пожалуйста, дорогой кашалот, ведь портной, кажется, предлагал одеть вас как бабочку. Да-да, спасибо. Спасибо, дорогой человек. Так... 100 000 видов бабочек, распространенных на Земле, почти повсюду, от тропиков до заполярья, дают возможность выбрать подходящую расцветку и рисунок. Так, тут дальше список бабочек. У, какие благородные названия. Махаон, Зорька. Галатея, Аполлон, Павлиний глаз, Адмирал, Орденская лента. Адмирал, Орденская лента. А я выбираю эти две модели. Да ты бы хоть на образцы-то на живые глянул, кашалот. Не надо никаких образцов. Мое решение окончательно. И вы не прогадали, дорогой председатель. У этих бабочек роскошная расцветка, как, впрочем, и у многих других. Платье у них недорогое, но очень нарядное. Оно состоит из мельчайших хитиновых чешуек, уложенных на тонкую прозрачную основу крыла, словно черепица. Бабочек так и называют – чешуекрылыми. Окрашенные пигментом, чешуйки образуют чудесные многоцветные узоры. Но это еще не все. Если посмотреть на чешуйки в микроскоп, мы увидим, что поверхность у них то гладкая, то ребристая, то изломанная. Эти бесчисленные грани по-разному отражают лучи света и создают цветовые переливы всех оттенков. Любопытно, любопытно, сколько тонн чешуек понадобится, чтобы одеть кашалоты под бабочку, дорогой осьминог. И как вы укрепите их на такой не очень тонкой и не очень прозрачной основе? Да-да-да. И главное, сколько это займет времени? Вы пригласили портного или вы пригласили кого? Нет, портного. Если вы пригласили портного, имейте терпение 1 минуту. Когда эта минута пройдет, вы можете пожать мне каждое щупальце и сказать спасибо. Пожалуйста, заказчик, придержите зубами конец водорослей. Ага. Я измерю вашу длину. Так. Так. Ну, так. Ай-яй.
Не хватило. Я же говорил жене, надо взять подлиннее. Ну, не расстраивайтесь, дорогой осьминог, не расстраивайтесь. Я знаю свою длину. 18 метров. Очень хорошо. У вас хороший рост и хороший хвост. Шириной в 4,5 метра. Таких широких хвостов давно уже не носит. И, по-моему, напрасно. Так, в обхвате 12 метров. Талии у вас нет? Как? Нет, но кто сказал, что талию нельзя сделать? Все можно сделать. Плечи можно сделать. Рукава я вам сделаю 6 метров, как у костюма для горбатого кита. Ну. Его еще называют длинноруким китом. Так, вас... Не подкладывайте вату, промокнет. Нет, 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 зачем? У вас ласты всего 1,5 метра. Разве это ласты для председателя? Послушайте меня. Если вы хотите иметь настоящий костюм под бабочку, я вам сниму эту толстую кожу и наклею чешуйки. Одну минуточку, простите, а нельзя оставить старую кожу? Она водоотталкивающая, не смачивается водой, и потом я к ней как-то привык. Я это предвидел. Разве я утром не говорил жене, послушай, Ося, так я зову свою осьминожиху. Кошелот занимает такой пост, а одет, как последний нищий, стыдно сказать. Всю жизнь в одном костюме, не меняет, не линяет. И знаете, что она мне ответила? Ты бы поучился, говорит, у него и у других млекопитающих экономить. Все они, даже люди, обходятся одной краской. Как вы думаете, что она хотела этим сказать? Только то, дорогой осьминог, что у млекопитающих все многообразие расцветок достигается с помощью одной краски – коричневого или черного пигмента меланина. А цвет кожи, шерсти или волос зависит от того, сколько в клетках меланина и какой это меланин. Растворен ли он в клеточной жидкости протоплазме или рассеян в ней в виде зерен. Ведь способность вещества окрашивать зависит не только от его химического состава, но и от физических свойств частиц этого вещества, от того, как они пропускают, отражают и рассеивают свет, от размера частиц, их формы, от того, как они расположены. Кто же вам поверит, человек, что рыжие, белокурые или... пепельные волосы одной коричневой или даже черной краской окрашены. В это действительно трудно поверить, уважаемый рак, но это так. Вот посмотрите на это красное стеклышко. Его называют рубиновым стеклом. Такое стекло ставят на фонарях маяков и светофоров, на сигнальных лампах кораблей, самолетов, автомобилей. Знаете, чем окрашено это темно-красное стекло? Золотом, да-да. Желтым золотом, но оно рассеяно в стекле в виде мельчайших частичек. Вот и цвет клеток тоже не всегда совпадает с цветом красящего пигмента. Окраска живых клеток – это очень сложное физико-химическое явление. Вы слышите, осьминог? Оставьте кошелоту его собственную кожу, но окраска ее пусть будет физически-химической. Да-да-да, осьминог, да, пожалуйста, сколько бы это ни стоило, ради нашего дорогого председателя мы не постоим за расходами. Хорошо, химическое так химическое, физическое так физическое. Эй, бабочки, я сделал свое дело, теперь вы себе сделайте свое дело. Ой, ой, откуда столько бабочек? Они садятся на спину кошелота, на его бока, на голову, на ласты и хвост. Смотрите, сели крыло к крылу. Какой изумительный узор. А ну, сложите крылья. Узор изменился. А ну, повернитесь. Глянь-ка, глянь-ка, узор-то опять другой. Осьминог, вы маг и волшебник. С удовольствием жму все ваши 8 щупальцев. Ну вот, теперь, когда кошелот одет в праздничный костюм, можно начинать торжество. Начинать торжество без эмблемы? Признак дурного тона. Какой эмблемы? Какой эмблемы? Вы, вероятно, не туда попали, голубь. Но все равно, будьте гостем. Сегодня день моего рождения. С вашего позволения, кошелот, я не голубь, а птица Турако.
из Западной Африки. Дуракко? В наше время любое мероприятие, выставка, конференция, фестиваль, конгресс, день рождения начинается с выбора эмблемы. Я очень занята, но если у вас безвыходное положение, я, пожалуй, соглашусь быть живой эмблемой вашего дня рождения. Сейчас сюда придет мой импресарио, паук. Можете заключить с ним контракт. Что? С этим сизым оперением, даже не сизым, а грязно-серым, вы собираетесь стать эмблемой дня рождения кошелота? Да. Этого яркого праздника? Это же неслыханная дерзость. Это дерзость? Ужасно. О, какое дремучее невежество. Разве вы не видите, что я еще не совсем обсохла? По дороге сюда я попала под дождь. Не хотите ли вы сказать, Дуракко, что дождь смыл вашу окраску? Вот именно, дорогой кошалот. Красящий пигмент моих перьев перешел в воду. Вода окрасилась, а перья обесцветились. Ведь не случайно меня избрали недавно эмблемой совещания по окраске ткани. Однако, в отличие от ткани, я восстанавливаю первоначальную расцветку. Ну вот, я уже обсохла. Ах, какая восхитительная расцветка. Желтые перышки, голубые, зеленые, ярко-красные. Ну что, рак, опять не веришь? Вот какие чудеса в нашем птичьем царстве-то бывают. Этого нет. Нет, потому что не может быть. Вот. Шарлатанство, фокус, обман, обман зрения. Удильщик, удильщик, заключите контракт на любых условиях. Пусть эта поразительная птица будет эмблемой моего дня рождения. Ну, теперь все готово. Удильщик, начинайте. Наш обожаемый председатель, разрешите мне от имени обитателей океана преподнести вам этот ковер из рыб, выполненный народными морскими умельцами. Каждая рыба здесь умеет менять свой цвет. Вот талосома. На дне она желтая, а в толще воды темно-синяя. Вот морская собачка. Среди красных водорослей она красная, среди зеленых зеленая, среди желтых желтая. А вот морской конек, он может соперничать с хамелеоном, а здесь, о, прибыл адрес. Какой адрес? Чей адрес? Ну, рыбий, дорогой юбиляр. Ну, поздравительное послание. Вот оно. Вот на спине у камбалы. Его на машинке отпечатали, да? О, Господи, уморишь ты меня, стрекоза. Да где ж ты слыхала, чтоб на рыбе, да еще на живую, на машинке печатали? Хоть бы и плоская эта рыба была. Бумага-то с посланием на животе у ней наклеена. А у камбулы известное дело, на чем она лежит, то и на спине у нее изображается. Да ты читай, кошалот, читай послание-то. Любимый наш кошалот, мы, морские рыбы, от всего сердца поздравляем вас с днем рождения и желаем долгой счастливой жизни. Мы никогда не забудем, что вы первым среди зубатых китов отказались от рыбного меню и тем самым подали дельфинам прекрасный пример, которому они не последовали. Да. Основной своей пищей вы избрали глубоководных кальмаров и вынуждены нырять за ними на километровую глубину. А мы, рыбы, занимаем в вашем рационе всего лишь скромные 3%. Поэтому мы говорим своим детям. Вот дети, кошалот, любите его, уважайте его. Многих из ваших пап и мам он не проглотил и тем спас им жизнь. Какое благородство! С вашей стороны, дорогой друг.
с вашей. А теперь соблаговолите принять скромный подарок и от нас, сухопутных жителей. Да. Наш любимый председатель. Каждый, кто имел счастье прикоснуться к вам, мог ощутить исходящее от вас тепло. Да, да. И вот, чтобы это тепло можно было не только ощущать, но и видеть воочию, мы преподносим вам эту ящерицу дневного геккона с Мадагаскара. Ящерицу? Ну, позвольте ей забраться под ваш ласт. Там у вас теплее всего. Смотрите, смотрите. Ящерица из светло-бурой стала зеленой, а на спине красный рисунок. Естественно, стрекоза. Ну что в самом деле? У дневного геккона окраска меняется в зависимости от температуры. Ну что ж, друзья, нашим инженерам есть чему поучиться у дневного геккона. Ведь определять температуру по изменению цвета очень удобно. Но и наши ученые не сидели сложа руки. У нас уже выпускают особые краски, которые тоже меняют свой цвет в зависимости от температуры. С помощью таких красок легко узнать, как нагреваются во время работы различные детали, даже таких сложных устройств, как паровая турбина. Но, разумеется, я понимаю, что самое сложное на свете устройство – это наш бесценный председатель, в честь которого сейчас... Мартышка, у вас все готово? Да, все готово. Выступает заслуженный коллектив КОАПа, хор мальчиков-скворцов. Внимание, мальчики, возьмите верхнее ля. Ничего себе! Мальчики, торжественная кантата, слава великому председателю Кашалоту, исполняется на латинском языке. Кашалотикус Наш председатель, наш председатель кашалот. Пусть много-много ест кальмаров, а может быть наоборот. Пусть наш любимый кашалот всегда руководит кабан, а может быть наоборот. Приглашаем всех на банкет! Да-да, на банкет! Все на банкет! Закрываю заседание КОАПа! КОАП! Знаете, коллега, благодаря этому заседанию я вспомнил, что и у вас скоро день рождения. Что бы вам подарить? Ну что вы, мне ничего не нужно дарить. Самый лучший подарок для меня в день рождения и в любой другой день – это письма Иоников с адресом Москва, радио, детская редакция, КОАП.